Ну и под завершение эфира буквально пророческий рассказ во многих смыслах у Эрлса. К сожалению, здесь вот в этом издании не указано имя автора, скорее всего, Уильям, ну или что-то в этом роде. Эрлс. «Транспортная проблема». Праведческий рассказ. Дэвис свернул с 42-й улицы на третью скоростную полосу к старому Рокфеллеровскому центру, спустился по четырехполосному переезду и затормозил на четвертом ярусе. Он задержался на мгновение, прежде чем выйти из машины, стараясь отдышаться. Даже при усиленной работе фильтров воздух в салоне был ужасным. Он надел противогаз, вышел на площадку, хлопнув своей левой дверцей о дверцу Кадиллака, паркованного рядом. «Так ему и надо, не будет высовываться за свою линию», — проворчал Дэвис. Он едва успел отскочить в сторону, когда «Мустанг-5» промчался мимо него и, обогнув угол, ринулся по эстакаде к улице. Дэвид послал ему вслед проклятие. Он выглянул с прохода между машинами, прежде чем кинуться бегом через проезжую часть к лифту на противоположной стороне. Лифтер поспешил ему навстречу, чтобы потребовать ежедневную плату в $30, но тут же отступил почтительно, как только Дэвис показал ему свой жетон управляющего движением. Кабинет Дэвиса находился в нижнем этаже управления дорог и движения. Выйдя из лифта, он обнаружил, что в холле столбом стоит пыль и яростно стучит пневматический молоток. Человек с молотком был одет в голубой комбинезон отдела дорожного строительства. Дэвис вспомнил, что обходную полосу на втором ярусе 57-й Восточной улицы наметили провести именно здесь, но не ожидал, что это произойдет так быстро. Одна стена кабинета была сорвана, и дереки укладывали стальные фермы для дорожного полотна. Рабочие крепили их к бетонному полу, загоняя магнитные заклепки. Дэвис подошел ближе, один из рабочих хотел отстранить его, но он показал ему свой жетон. «Это еще мой кабинет». Дэвис подошел к контрольной панели и позвонил директору. «На проводе, Дэвис», — произнес он. «Кажется, старому негодяю уже нужен рапорт», — подумал он. «Есть», — ответила секретарь директора. «Я передам». От стола аварий ему помахал рукой Лейнген. Он только освободился от дежурства. «Везет же, будет через 3 часа дома, если сумеет», — невольно подумал Дэвис. Отчет об авариях был ужасным. На 4,3% больше, чем вчера, на одной только эстакаде в районе здания ООН 17 смертных случаев. Дэвис набрал номер дорожной службы. «Дорожная!» — отозвался голос на другом конце провода. «Говорит управляющий движением. Пришлите птицу. Я хочу поглядеть с воздуха». Он просмотрел еще несколько сообщений. 2 столкновения на 5-м ярусе Таппанского моста и в обоих случаях Форды позапрошлого года. Эти черти вообще не имеют права показываться на улицах в машинах 2-летней давности. Дэвис позвонил в отдел арестов. «Все старые Форды удалить с улиц», — приказал он. «Есть». Он следил за красными точками на табло. Это были Форды, которые сгоняли на боковые эстакады. Он включил телекамеру на одном из участков. Бульдозеры теснили скопившиеся машины. Шум вокруг все нарастал, с потолка стали сыпаться куски облицовки. «Поставьте защитный экран», — приказал он. Но никто ему не ответил. Он посмотрел на рабочего, который загонял заклепки в ферму. «Джонса-то нет», — подумал он вдруг. «Конечно нет, ферма стоит там, где был его стол. Без Джонса ему будет тоскливо». «Это не первоочередная работа, приятель», — сказал ему рабочий. «Если вам нужен экран, получайте его от строительства». Дэвис буркнул что-то себе под нос и посмотрел на часы. 08:07. Начинался как раз третий наплыв, третий пик. Словно по сигналу здание задрожало. Это служащие нижнего звена кинулись в своих Линкольнах и Мерседесах на свою незаметную работу в незаметных маленьких учреждениях. Коротко зажужжал телефон. Директор. «Слушаю, сэр», — отозвался Дэвис. «Дэвис?» — произнес дрожащий голос. «Умри, старый негодяй», — подумал Дэвис. «Число аварий непрерывно растет». «Дороги забиты, сэр». «Вы же управляете движением. Сделайте что-нибудь». «Нам не хватает дорог. Только вы один можете изменить положение». «Никаких больше дорог. Но движение не должно останавливаться. Выполняйте свои обязанности». Голос перешел в судорожный кашель. «Отстанете, директор! Будете строить дороги!» «Понял, сэр!» Связь отключилась.
Конечно, он должен поддерживать движение на улицах. «Птица прибыла!» — раздался голос в динамике. «Смит!» — окликнул Дэвис помощника, и тот оторвал взгляд от главного табло. «Я улетаю. Вы остаетесь за меня». В лифте по пути на 10 этаж он включил телерекордер. «Пробка у статуи Свободы! Восток!» — пролаял диктор. 17 машин и школьный автобус. Прибыла скорая. Повреждены конструкции на 5-м ярусе. Восток, скоростная трасса к Янки-стадиону. Аварии на Стейтен-Айленд, 4-я, 9-я и 13-я улицы». Дэвис выключил рекордер. Положение было хуже, чем он предполагал. На 5-м этаже он сменил лифт, чтобы избежать эстакады, ведущей с главной полосы на 4-й ярус, взлетел на крышу и вскочил в ожидавший вертолет. «Пробка из 50 машин на 4-м ярусе Янки-стадион!» — кричало радио в вертолете, и он нажал кнопку центральной диспетчерской. «Говорит Дэвис». «Да, сэр». «Каков срок для оповещения родственников?» — спросил он. «23 минуты, сэр». «Пусть будет 19. Сообщить всем группам». «Да, сэр». «Подъем!» — бросил он пилоту. Дэвису хорошо были видны машины, мчащиеся за краем крыши. «Я мог бы протянуть руку и дотронуться до них», — подумал он. «И руку мне оторвало бы со скоростью 100 миль в час». Дэвис закашлялся. Он всегда забывал надеть противогаз, когда бежал от лифта к вертолету, и это неизменно отзывалось на его легких. К счастью, смог в это утро не был густым, и он видел под собой серое пятно Манхэттена. На юге можно было различить шпиль Empire State Building, вознесшего свои 40 этажей над четырехлистной развязкой вокруг. А еще дальше виднелись башни Международного торгового центра и гигантская глыба гаража, рядом с которым они казались совсем небольшими. «Направо», — приказал он пилоту. «Идите вдоль реки и пониже». На перекрестке возле пирса 90 была пробка, и он увидел, как вертолет магнитом цепляет изуродованные машины и перебрасывает их через реку к перерабатывающему депо. Увидев в депо груды обломков, которые громоздились перед тремя огромными дробилками, он позвонил директору. Изуродованные Форды и Бьюики на глазах превращались в трехфутовые металлические брикеты, которые машина выплевывала прямо на барже. Буксиры отводили баржи из пролива к новому ракетопорту, однако каждая дробилка перерабатывала в час только 200 машин, для часов пик этого было недостаточно. «Да, Дэвис!» — проскрипел голос директора. «Не позвоните ли вы в сталелитейное объединение?» — спросил Дэвис. «Необходима еще одна дробилка». «Не знаю, так ли уж она необходима, но позвоню». Дэвис со злостью отключился. Опытным взглядом он оценил движение на мостах. Машины шли с интервалом 8 футов, и он приказал им сблизиться до 7,2, на 10% увеличив пропускную способность трасс. Это было почти эквивалентно созданию еще одного яруса. Проезжая часть над пирсами была забита. Самосвалы с грузами на мгновение задерживались на вершине эстакады, а потом стремительно кидались в поток машин. Дэвис увидел, как один самосвал, груженный стальными контейнерами, получил удар от Кадиллака, потерял управление, перевалился через край полотна и рухнул с высоты 100 футов вниз, минуя 5 ярусов. Контейнеры разлетелись во все стороны, сталкиваясь с машинами на всех ярусах. Даже с 200-футовой высоты ему были слышны скрежет тормозов и грохот сталкивающихся машин. Он поспешил вызвать помощь. «Скорую помощь на причал 46 на все ярусы!» — приказал он. Он довольно улыбнулся. Всегда приятно первому сообщить об аварии. Это свидетельствует о том, что он не теряет формы. Как-то он сообщил в одно утро о 4 авариях. Это был рекорд. Но теперь за такие сообщения введены премии, и представителям службы движения редко удается оказаться на месте первыми. Раньше дорожными авариями занималась полиция, но сейчас она слишком занята вылавливанием грабителей. Авария опасна только в том случае, если нарушает нормальный поток движения. А движение было напряженным на всех ярусах. Он видел это, хотя с вертолета просматривались только 3 верхних яруса. Главная переходная полоса у Таймс-сквер работала хорошо, как и самая широкая на Манхэттене. Она протянулась от 42-й до 49-й улиц и от 5-й до 8-й авеню. Многие протестовали против ее строительства.
особенно кинофанатики и библиотечные черви. Но теперь это была самая замечательная в мире эстакада шириной в 16 полос. «Притихли даже любители библиотек», — подумал он. Именно ему принадлежала мысль перенести фигуры львов со старого места к началу большого скоростного пути на Янки-стадион. Не вступись он, они были бы уничтожены вместе с прочими зданиями. Нырнув, вертолет направился вдоль паркировочных площадок Вестсайда к развязке у Статуи Свободы. Проектировщики поступили разумно, использовав основание статуи на острове Бедло как фундамент для развязки. Это сэкономило миллионы. Не пришлось вбивать сваи в дно залива, да и бронза пошла на слом по хорошей цене. Конечно, консерваторы, любители старины протестовали и здесь. Но их, как всегда, перекричали. Дорогу транспорту! Не так ли? Манхэттен внизу кишел массой мчащихся разноцветных машин. Аварийные вертолеты пикировали на них, спеша убирать искалеченные обломки, пока на дороге не образовалась пробка. На остров с севера на юг, над местами прежних улиц, в 40 футах друг от друга шли 200 полос. Они бежали над зданиями, под ними и даже сквозь них. Это был лучший в мире город, созданный машинами и для машин. А Дэвис по 8 часов в сутки управлял судьбами этого автомуравейника. И всегда, когда парил здесь на вертолете, он особенно остро ощущал свое могущество. «Сюда!» — бросил он пилоту, указывая на пятую полосу, ведущую к причалу. Темно-красный «Додж» шел со скоростью 65 миль в час, задерживая движение на миле позади. Места обойти его не было, пробка была неизбежна. «Вниз!» — снова скомандовал Дэвис. Взял «Додж» на прицел и выстрелил. Заряд краски попал на капот машины. Водитель понял предупреждение и увеличил скорость до безопасной цифры 95 миль в час. Но метка осталась, водителя найдут по ней, краска смывается только спецрастворителем, принадлежащим службе движения, и накажут. За первую пробку штраф $200, а за последующие водители снимают с дорог на сроки от 5 до 100 дней. В таком случае придется ездить городским транспортом. Дэвис содрогнулся при одной мысли об этом. На батарейном мысе и острове Бедло был порядок, и вертолет повернул назад. Дэвис взял бинокль, чтобы проверить Стейт-Айлендское шоссе, и увидел, что из 22 полос при входе в Нью-Йорк заняты только 16. Главный пик почти миновал. Можно начать готовиться к следующему, в часы ленча. Вокруг международного торгового центра скопление машин не рассасывалось. То же самое наблюдалось и у громады гаража. Смог держался на уровне 79-го этажа. Дэвис увидел красные сигналы «заняты» на всех нижних 92 этажах и понял, что остальные 40 не смогут вместить всех машин, стремящихся сюда по 25 подъездным путям. Он вызвал контроль. «Говорит Дэвис, дайте мне управление парков и площадок». «Парков и площадок?» Голос прозвучал недоверчиво. «Да». Он подождал, и когда ему отозвались, заговорил быстро и напористо. «Я управляющий движением Дэвис. Приказываю очистить батарейный парк. Я намерен через 5 минут перебросить туда 2000 машин». «Вы не можете...» «К чертям, если не могу! Кто управляет движением? Очищайте парк!» От центрального парка осталось только немного травы, задыхающейся в выхлопных газах, гибнущие в тени многоярусных путей под ногами миллионов горожан, которые устремлялись сюда, к единственному клочку зелени в радиусе 11 миль. Большая часть парка была погребена под огромным гаражом и 7 ярусами путей. В качестве уступки любителям прошлого на крыше гаража поставили клетки с животными. Они простояли там 2 недели, пока на них не наехал какой-то пьяный в Линкольне. Угоревшие животные разбежались по эстакадам, но тех, кто не погибли под колесами, скоро выловили. «Как быть с людьми?» — спросил отдел парков. «Сочувствую им. У них есть еще 4,5 минуты». Он выключился и вызвал отдел регулировки. «Говорит Дэвис», — сказал он. «Направьте пятую батарейную яруса 2-10 в центральный парк». «Есть, сэр». Потом он вызвал нижний город, приказал на протяжении 7 кварталов закрыть Уолл-стрит. Позже придется направлять транспорт в обход, это затянется часа на 4.
Самая большая пробка была, как всегда, у Empire State Building, где северо-южная магистраль обходила огромное здание на 12 полос в сторону. На поворотах машины заносило, прижимая к ограждениям, и ежедневно здесь теряли управление и валились, разбиваясь о нижележащие ярусы, десятки машин. Это было своего рода зрелище, и служащие теснились у окон, чтобы видеть, как крутятся вышедшие из повиновения машины. Сейчас движение казалось почти нормальным, и Дэвис приказал держать скорость 110 миль на повороте и 115 при выходе из него. Но все же этого было недостаточно. Приходилось притормаживать, теряя скорость, и после поворота ширина движения уменьшилась. Дэвис увидел, как один Бьюик пошел юзом, ударился об ограду, перевернулся, и водитель, вылетев сквозь съемную крышу, упал ярусом ниже и исчез в потоке машин. Бьюик откатился и тоже исчез из виду. «Домой!» — приказал Дэвис. Вертолет опустил его на крышу. Дэвис просмотрел сводки об авариях, подписал их. Выше нормы, а в секторе Empire State на 6,2% выше, чем на прошлой неделе. Сам Дэвис был упомянут как сообщивший о пробке у причала. Была информация о том, что заполнен центральный парк, к тому же директор взбесился, узнав о переброске туда машин. «К чертям его», — подумал Дэвис. Была еще одна жалоба от фирмы Merrill Lynch, Pitts, Fenner и Agnew. Двое из членов ее правления застряли на Уолл-стрит и опоздали на совет. Он бросил жалобу в корзину. Снаружи или внутри это трудно определить, когда одной стены нет. Рабочие сбрасывали стальные плиты для дороги, выдергивая для экономии времени часть болтов. «Оставьте эти чертовы болты!» — прорычал Дэвис. «Эта штука все равно будет трястись!» Грохот был оглушительным даже сейчас, когда 7 транспортных полос находились в 30 футах отсюда, а когда ветка пройдет здесь, он станет еще сильнее. Дэвис надеялся, что стену поставят обратно. Он позвонил Смиту, спросил о показателях у Empire State Building. «С 9 утра 14 смертельных случаев». Это было на 10,07% выше нормы, а пик, связанный с Ленчем, должен был начаться через 4 минуты. «Проклятый Empire», — проворчал Дэвис. На табло сектора штаб-квартиры ООН вспыхнул красный свет. Он включил видеофон и увидел нагромождение 12 машин на 4-м ярусе. Увидел, как сыплются тела и части тел, машины и части машин. Черт, теперь не миновать еще одного гневного звонка. Проклятые иностранцы, почему они думают, что их идиотские проблемы важнее транспортных? Зазвонил красный телефон директора, и он взял трубку. «Дэвис слушает». «Показатели растут», — проскрипел директор. «В чем дело?» «Сектор Empire State», — ответил Дэвис. «Это еще кое-какие здания». «Сделайте что-нибудь! Я уполномочиваю вас!» «Нужно убрать Empire State», — сказал Дэвис. «И получить еще 40 ярусов в гараже центра». «Это невозможно!» «Ничего нет невозможного», — подумал Дэвис. «Просто ты боишься консерваторов, трус». «Сделайте что-нибудь», — повторил директор. «Хорошо, сэр». Он подождал, пока в трубке щелкнуло, и бросил ее на рычаг. Он глубоко вдохнул воздух кабинета. Это было действеннее затяжки сигареты, и начал отдавать короткие приказания по общему каналу. «Пошлите еще 10 аварийных вертолетов», — бросил он. «Когда их в полтора раза больше, то и обломки убираются во столько же раз быстрее. Сократите сроки оповещения родных до 15 минут». Это было уж слишком, но явно ускорит обработку аварий в Бруклине и Нью-Джерси. Сейчас, когда один пик только что прошел, а другой начинается, обломки накапливаются вне приемных центров, и дробилки часто бездействуют. «Повысьте минимальную скорость на 5 миль в час». Это составит не меньше 100 миль на магистралях и 65 на ярусах. Он включил видеофон, проследил, как вводятся новые скорости, как начинают спешить машины. Отдел очистки сообщил о посылке 10 вертолетов. Он вздохнул свободнее,
Переключил видеофон на сектор Empire, увидел третье за этот день огромное нагромождение на третьем ярусе и чертыхнулся. Он закрыл проезд на 34-ю улицу, приказал трем бульдозерам сгонять туда все обломки, позвонил в отдел оповещения, чтобы срочно направили бригаду. К полуночи, когда движение уменьшится, можно будет отправить машины и трупы в Нью-Джерси. Красный телефон зазвонил трижды. Что-то сверхважное. Он схватил трубку, выкрикнул свое имя. «Только что умер директор!» — прозвучал истерический голос. «Вы его заместитель!» «Сейчас приду!» «Заместитель, ладно. До конца дежурства остается 6 часов. За это время он успеет кое-что сделать». Он повернулся к Смиту. «Вы будете управляющим здесь», — сказал он. «Я сейчас получил повышение». «Есть!» Смит едва взглянул на него. «Открыть полосы 1-9», — приказал он. Переход от помощника к управляющему совершился мгновенно. «Вот что значит хорошая школа», — подумал Дэвис. Он поднялся в кабинет директора. Сотрудники стояли молча, глядя на труп на полу. Светились 4 табло, звонила дюжина телефонов. Дэвис отдал короткие распоряжения. «Вы и вы отвечаете на звонки», — сказал он. «Вы и вы следите за табло. Вы вынесите труп. Вы», — указал он на секретаря, теперь его секретаря, — «созовите общее совещание. Срочно». Он просмотрел табло, проверил отделы движения, регулировки, аварий, оплаты въезда, оповещения. Отдел смертности показал отличные цифры. Новым управляющим там стал Уилборн. Дробилки работали хорошо. Отдел аварий сообщал, что темпы уборки выше нормы. «Директор скончался», — сказал он сотрудникам. «Его место занимаю я». Все кивнули. «Большинство отделов работает хорошо», — он взглянул на Смита. «Но движение транспорта никудышное». «Почему?» «Эмпайр», — ответил Смит. «Мы теряем 20% только на том, чтобы обогнуть это чертово здание». «Как у вас с распределением работ по бригадам?» — обратился Дэвис к управляющему строительством. «В порядке!» — управляющий быстро перечислил с дюжину мелких работ. «Главное — Empire!» — резко проговорил Дэвис. «Мы не можем вечно огибать его!» Он взглянул на управляющего строительством. «Уберите его!» — приказал он. «Совещание окончено!» Позже, когда он посмотрел с крыши в ту сторону, бригада разборщиков уже сняла верхние 10 этажей Empire State Building и срезала угол на 40-м ярусе путепровода, по которому уже мчались машины. Поток был ровным, и Дэвис улыбнулся. Он не помнил, чтобы принимал когда-либо более необходимые решения. Рассказ, который вы только что услышали, написал У. Эрлс. Называется он «Транспортная проблема». Перевела его с английского Зинаида Бабырь.